Здравствуйте, ребята, девчата, и кто зашел на канал посмотреть, что творит Василич. С Рождеством вас, это самое, здоровье, счастье, улыбок, чего хочете, сколько хочете. Все будет, если будет здоровье. Так что сибирского вам здоровья, кавказского долголетия. Ну и что желаете, как желаете, все сбудется. Теперь я, в общем, Новый год тут, все такое прочее там, салатики, это, понаелись всего, даже крошечку делал нормально, везде мясное, 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 ну и маленько, хоть день-два сделать такую передышку, постненькую, имею в виду, ну, калорийную, вкуснятину. Я взял такие вот ингредиенты, это буду использовать. Зубок взял чесночка, почистил вот такую вот небольшую кастрюльку. Ложки 3 я положил туда подсолнечного масла, зубок чесночка. Зубок чесночка, вот морковочки так, своеобразно взял, порежал, покрошил, как говорится, порубал, это самое, вот лучок у нас, лучок. Беру сразу, чтобы не ходить, в этой кастрюльке я маленько прижарить, и будет супок у нас. Легкий такой, нормальный супок, без всякого сала, там жиров таких, а это жир, который есть здесь, это все для, как говорится, нашей морковочки, лучка, картошечки, чтобы, как говорится, притушить и пригомонить, хотел сказать, но ничего. И вот я положил, недаром положил еще я, что беру, потаяло, ну какой кусочек, небольшенький надо кусочек, ну можем и этот кусочек, ну, прилив, ну был мороженый, когда я это, а тут, вот, сюда же добавить, обжаривалось, чтобы вкуснее было. Вот так. Это все будем обжаривать. И не стесняйтесь, варится, сварится. Сюда же я опускаю мелко накрошенный картофель, картошечка ли. Вот. Будем использовать, у меня доширак есть и роллтон. Ну, сейчас я открывать не буду, добавлять, не дождетесь. Не дождетесь, но подготовили в основном. Сейчас пойдем на этих маслах, что у нас есть, начнем обжаривать, томить, как бы это самое, придавать вкусовые качества нашего продукта. Сразу не солю ничего, буду разминать вот это вот роллтон и доширак. Как говорится, внутри есть это, как говорится, приправа. Вот, буду добавлять приправу сюда, в суповой наш супчик. Добавлять, но вот в дошираке здесь, опять же, вот доширак служит для вкуса, кто любит, если это самое острое и не острое. Здесь есть добавок острый перец, но я его использовать не буду. Пожалуйста, кто хочет, и у вас еще, вот, если настроение, то можете, если в одни кушаете, сразу использовать, а нет, в чашечку налили,
этой острой-острой приправки. Вообще острая она. И здесь входит еще большие крошеные овощи плюс имеет. И кроме овощей есть вот, когда Ролтон только начинали делать и пачки вот это вот с лапшой, то были мясные они, не такие вот мясные, как сейчас добавляется курица и говядина. А говядина вот добавлялась, и там такие маленькие мясные были, в общем, порции мяса. Все, идем мы. Беру я за стол. Вот у нас я даже поставил, да? У нас там закипел под рукой, как говорится, кипяточек потом добавлять. А сейчас обжаривать будем. Ну, обжаривать я... Тут кастрюлька у нас с пылу с жару. Там язычок варится. Убираю и на огонь сюда. Она как раз хорошо греет у нас. И будем обжаривать. А будем обжаривать, будем я вот так вот беру вот это вот. Вот. Пакетик. И разминаю прямо в пакетике нашу лапшу. Потом мы вот это вот сейчас обжариваем, наливаем водички до готовности, как говорится, картошечки. Сверху добавляем 3-5 минут, накрываем и готово. Да готово, как вкусно будет у нас. Вот. И внесем, как говорится, нашу приправку. Вот так вот одну размял, взял вторую размял. Разновидность вообще разные будут, но вкусные. Мне даже я взял, большинство стало. Нравится, нет. Вот это вот используешь, доширак нормально. Это не регламент, а по вкусу. Ну, кто что любит. Как говорят, кто на что учился, там и пригодился. Вот зашумело. Я беру эту лопаточку, ну или вот как ложечка, вот такая вот поварешечка. Вот. Смотрю, не пришкваривается ничего, а запах, вы бы знали. Нормальный металл, хороший. Экспериментально первый раз готовлю вот такой прекрасный. И растерялся, как сказать, наша кастрюлечка. Вот там кипит. Вот кастрюлька, она не прилипает ничего, даже это, видите, все нормально, все хорошо. Вот так обжаривайте, не бойтесь. Вот поджарилась, обжарилась, здесь кипело. Беру я кипяточку и вливаю наш кипяток. Овощи. Ну вот, налили. И теперь пора кипеть. Вот так вот у нас минут 5-10. И будем лапшу ложить. Так, выключил я конфорку. Добавил листик лаврушечки. Вот пускай кипит у нас лаврушечка. Также вот, как говорится, приправка шла. Вот, беру приправки, высыпаю сюда.
вторую. Вот. Другой. Части. Вот. Ну, как я говорил, что вот, видите, пакет и шарики такие мясные идут. Вот, сейчас туда уже всыпалось, по-моему, одну горошек я остановил. Вот, ну-ка. Ну вот это вот я имел в виду, вот такие вот, что мясовые, мясные. Вот, туда, и вот, рота. Да, все. Беру уже такую ложку. Я сверху размешал и попробуем. Сейчас мы. Вроде не сильно. Соленые наши бульонные домашние, вот эти вот ролдовские приправки. Нет, придется добавить так маленько соли. Ну, остальное, кому не солено, пускай будет подсаливать. Минуты через три готово у нас. Сверху можете это самое вот так вот придать зелени, укропа, там петрушка, зелень лука зеленого, в общем, вот видите, как красиво, хорошо. Так. Ну, поменяли. Это можно сейчас в пищу, а то дойдет, доварится. Поставил наоборот все, как и было. Где взял, туда положил. Так, да, говорят. Все, прощаюсь. Записывайтесь на YouTube. Бородатые рецепты Васильевича. Буду дальше снимать. С Рождеством вас поздравил я. Все, до скорых встреч. Пока-пока.